Приветствую вас. Ну что же, давайте мы разберем ваш вопрос. Вопрос касается задержки речи у ребенка. Естественно, есть здесь некие такие физиологические, да, неврологические причины того, почему такое может быть у ребенка. Вот, но мы будем исходить из того, что неврологические причины исключены. Да, мы будем исходить из того, что значит, ну это чисто вот психологическая какая-то история. Естественно, может быть психотравма, испуг, вот. Но в то же время, может быть, история это связана с тем, что ребенок подавлялся, вот, что чувства ребенка подавлялись, да, что его проявления подавлялись, вот, что его моменты, какие-то вот самовыражения, да, подавлялись, из-за чего он выбрал для себя, ну, вот такой способ, да, значит, избегать. Вот. Поэтому смотрите, здесь в первую очередь нужно именно на то, как обстоят дела в семье, да, как обстоит вопрос, с выражением чувств в вашей семье, вот, то есть свободно ли говорится, например, в вашей семье о злости, да, о том, что не нравится, отвращение, вот, о раздражении каком-то. Свободно ли вот эти все темы обсуждаются. Вот. Ну, если не свободно обсуждается, то, конечно, вот тут могут быть проблемы серьезные, вот, и, соответственно, это как раз таки является основанием для того, чтобы у ребенка, да, развилось вот то, что развилось. Вот. Естественно, я ничего не утверждаю, я не обвиняю никого. Вот. Само собой. Пока просто занимаюсь предположениями, вот, думаю о том, что может быть. Вот. То есть проблематика задержки речи, да, она связана именно чаще всего с атмосферой семьи. Вот. И соответственно, да, эту атмосферу в семье нужно корректировать, вот. Чтобы ребенок чувствовал себя по свободнее. По свободнее он себя может чувствовать, вот. В том числе, если вы будете чувствовать себя свободнее. Вот. Поэтому вот тут вот такой довольно
непростой момент. Конечно, ну, связанный с тем, а готовы ли вы работать над собой, да, готовы ли вы видеть проблематику ну, в себе. Или же мы будем только ребенка воспринимать, да, как ну, носителя проблем. Вот. На мой взгляд, это не лучшая идея. На мой взгляд, это только может повредить ребенку. Вот. Поэтому я очень надеюсь на вашу терпение, да, очень надеюсь на вашу внимательность, на искреннее желание ребенку помочь, да, и облегчить его жизнь. Вот. Ага, очень надеюсь, что вот в этом направлении вы и будете двигаться. Поэтому спокойненько выбираем себе эксперта, да, для индивидуальной работы. Вот. И, значит, разбираем с тем, что произошло. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу.